Сегодня в видосе ты узнаешь все рабочие промокоды на скины, деньги, машины и уровень на КРМП проекте Black Russia. Здорово! Подобрал я сегодня для вас снова реально рабочие промики на Black Russia. Ну а вы обязательно подписывайтесь на мой канал с колокольчиком и прожимайте лайкос под видосом. Это очень важно, спасибо. Итак, чтобы ввести промокод, нужно открыть чат и вписать туда /промо. И нажать активировать промокод. И в это окошко вводим любые промокоды из сегодняшнего моего видео. Если вы новичок и у вас уже есть второй уровень, и вы еще не вводили ютуберский промокод, то вы смело можете ввести мой промик хэштег логарик на сервере Crimson и получить 15 тысяч игровой валюты для начала игры. Но если вы не играете на Crimson, то вы можете поискать промокод от любого ютубера на своем сервере. Но я лично рекомендую играть именно на Crimson. Далее попробуйте ввести промокод хэштег Sorry, и на некоторых серверах он до сих пор рабочий. И также дает 15 тысяч рублей, которые можно потратить, например, на какой-то скин. Отлично, далее погнали к промокодам на автомобили, и их на сервере очень много. И сейчас я вам их все покажу. Первый промо на вот такой вот офигенный гелик и НБР. Вводи этот промокод, и именно он его даст. Как по мне, действительно один из самых топовых промокодов на Black Russia. И кстати, гелик дается всего-то на 1 час пользования, так что засекайте. Далее промокод Shark, из-за вот этого кода ты получишь вот такую вот балдежную акулку. Или же Mercedes GT63S на 3 часа, которая имеет очень красивый внешний вид. Ставь лайк, если тебе тоже нравится. Конечно же, существует и промокод на топовую бэху, как же без этого? Вводишь PLVR и получаешь не менее красивую BMW M5 F90 на 3 часа. Так, а что тут происходит? А, это же козелак. Вводи промокод хэштег Justin на Crimson сервере Black Russia и получай этот крутой кадик также на 3 часа. Играешь на Nzigo сервачке и хочешь такую ламбу? Вводи промокод хэштег LMikeLamba и получай эту тачку на 5 часов. Вообще супер. Обожаешь Toyota Camry 3.5? Для тебя отличные новости, ведь на серверах существует целых 3 промокода на эту замечательную тачку. Первый из них — это хэштег Chikimoto. Мони даст ее на 5 часов. Следующий хэштег Мексутоп даст ее на 10 часов. И последний хэштег Митин также на 10 часов. И в сумме больше суток ты сможешь гонять на этой тачке. Промокод старт дает вам вот такой вот мерсик на 3 часа пользования. Вводишь промокод L и получаешь ВАЗ-2114 на 5 часов. Для новенького игрока в самом начале пути как раз таки пойдет. Вводи БРВК и получай ЗАЗик на 12 часов. Это капец как много, хотя и тачка довольно медленная и неповоротливая. Промокодик Дев даст тебе все тот же ВАЗ-2114 на 8 часов. Ну а теперь переходим уже к более интересным промокодам, которые были добавлены в игру совсем недавно, и которые реально смогут облегчить вам игру на сервере. Первый из них — это хэштег 18К, за который вы сможете получить целых 2 опыта абсолютно бесплатно. И на самом деле этот промокод действительно неплохой, и с помощью него вы сэкономите целых 2 часа, и вам не придется играть, чтобы апнуть свой уровень. Также, если вы заинтересованы, как же поднять уровень на Black Russia, то можете посмотреть мое видео по ссылке в описании. Там я все быстро рассказал. Далее промокод Фредди, за который вы получите хэллоуинскую тыкву на голову. Можете попробовать ввести, возможно, он еще работает, так как хэллоуинский ивент на момент снятия этого видео все еще есть. Что странно. Так что поспешите быстрее вводить. Еще один довольно интересный промокод — это хэштег 500К, который даст вам Gold VIP на целых 10 часов, благодаря которому вы реально сможете быстрее прокачаться. Также промокод хэштег Fear даст тебе аксессуар из хэллоуинского обновления. Итак, совсем скоро на Black Russia, я так думаю, выйдет новое обновление, с которым, скорее всего, откроется новый сервер. И если вы собрались играть на нем, то не забывайте вводить название сервера в раздел с промокодами в первый же день открытия. Ведь всегда, когда открывается сервер, то в первые часы у нас работает данная фича, о которой почему-то многие не знают. Из-за вот такого промокода вы получите випку на целых 24 часа, которая просто необходима в самом начале развития. И благодаря ей вы сможете намного быстрее развиться по сравнению с обычными игроками. Далее промики на скины и аксессуары. Первый — это UPD, за который вы получите вот такой вот дорогущий скин на 1 час. Еще один промокод на скин — это хэштег TikTok, за который вы получите вот такой вот скин из Гарри Поттера. И кстати, тоже на ограниченный срок. Промо ВКБР даст тебе аксессуар скейт, который ты можешь повесить себе, допустим, за спину. И в общем, на этом все. Спасибо тебе большое за просмотр и удачи!